Большинство пермяков регулярно участвуют в субботниках. Они наводят чистоту и возле дома, и на городских территориях. Около четверти опрошенных по субботам обычно работают и потому в коллективных уборках не участвуют. Почти 27% жителей участвуют в субботнике у себя на даче. 15% не видят в таких уборках необходимости. Возле их домов за чистотой следят дворники. Я считаю, что действительно там чисто, где не мусорят. Нужно наблюдать и как-то создавать правила общественного тона с точки зрения мусора, с точки зрения там, хранения отходов, с точки зрения наведения порядка каждый день, а не делать это там, какой-то конкретный день в апреле, как это привыкли с советских времен. Безусловно, принимала, принимаю и буду принимать в самых различных видах этих субботников. Субботники нужны хотя бы потому, что это наш город. Вообще-то хочется сделать что-то и приятное, и чистое. Около дома убираем обязательно. Обязательно, я считаю, коммунистические субботники – это было одно из самых лучших проявлений коллективизма людей. И то, что сейчас субботники проводятся, это очень здорово. Мне уже 90 лет. Я уже принимала, мы всю жизнь, тем более войну, вот я вспоминаю, что мы только этим и занимались, только это наша была обязанность. И в школе прибирали, и снег, и дрова заготавливали, печки топили, все это нужно было. Ну, это состояние здоровья. Во-вторых, за всю жизнь я ни одной бумажки не уронила, как-то за другими не всегда хочется убирать. Были я работаю, значит, есть налоги, которые должны идти на уборку. Ну, я считаю, что они нужны, но я не всегда принимаю в них участие, если только возле дома у нас организовывают. Я считаю, что нужны. Почему нет? Надо. Утром встал, привел себя в порядок, привел планету свою в порядок. Так что так.